Всем привет. В общем, мы приземлились в Дубае. Добро пожаловать в Дубае. Местное время 11:40. Температура воздуха 35 градусов. 35. Вова, пойдем сгорать. Все. Мама, я в Дубае. Так, короче, лайк. Я тебе поставлю лайк. Короче, все охрененно. Всем пятерки. Ты тоже пятерочки поставил? Молодец. Не успел? Ну, блин. В общем, мне очень понравился полет, шикарный. Сейчас у нас вылет этот. Короче, выходим сейчас в duty free и в этот в аэропорт в Дубая. И пересадка у нас на другой рейс. До Бангкока. Все, покидаем все прекрасное место. Такой красивый самолетик. Ой, огромный, классный, шикарный. До свидания. Thank you. Welcome to Dubai, нам говорят. Сейчас у нас транзит, а потом опять пересадка. Я сказала спасибо. Ты чё? Я сказала thank you. Спасибо. Bye-bye. Все. Шикардос. Та-ра-та-ра-там. Все. Идем по виадуку. За бортом 35 градусов. Да. Но мы тоже запаслись маленько. Погнали. Да, видите, тут можно еще. Да, ну здесь пока рано. О, смотрите. Дубай хоть посмотрим. Отсюда, да? Дубай. Ну, как-нибудь мы здесь и тоже побываем. Это будет следующая цель. Которую... Так, сейчас наверх. Транзитом. А там будет это, какие-то надписи. Сейчас посмотрим. Так. Эривас. Во, вот это красное. Connection. Во. Это connection. То есть это туда. Вау, смотрите, как красота, богатство. Вай. Какая прелесть. Там duty free. Так, мы идем по connection. О, в connection, это стыковка называется в переводе. Видишь, я еще какие слова знаю. Да, duty free. А он с той стороны лучше. А мы как это, как рыбки в аквариуме, да? Да, взять. Да. В лифт, вот connection, второй этаж. Получается. Это в лифт. Как выходит сразу в лифт. Да, так, в общем, короче, на лифте у нас не получилось, что-то он не пускает. Пришлось это пешочком. Так, в общем, пешочком получилось. Так, дальше смотрим. Дальше изучаем территорию. Народ тут тыкается, мыкается все. Не знает, куда идти. В общем, короче, по надписям connection. Вот этот красный, вот, да. А чем мы тогда на лифт поперлись? Все поперлись, и мы поперлись, да? А, ну то есть нам вот на... Мы же это... На эскалаторе-то уже не можем. Вон там, видите, connection. Идем по лентяйке. Прямо. Да, прямо, да. Ух ты, как мы быстро. Здорово. Посмотрите, какие-то машинки стоят. Видите? Машинки, как это, транзит. Вижу. Видите? О, видите, машинки прикольные. Так. Вижу. Вот сюда, коннект. Вот сюда. Вот все идут туда, вот в ту сторону. И нам туда. А там дальше распределят. Да, вот. Вот он. ЕК-376. Бангкок. Б-29. То есть выход у нас Б-29. Только где он? Тут Б-29. Сейчас найдем. В общем, мы прошли зону досмотра. Еще раз одну. А воду, кстати, даже не забрали. Вот, все нормально. Мы боялись, воду не пройдет. Все прошло. Вот, сейчас поднимаемся, получается, опять в зону duty free.
Ну да, алкашка даже прошла. Все прошло, короче. Вот, да. П-29, и тут у нас, я так понимаю, открывается снова Duty Free. Так, все. Все прошли. Ну, начали. Прошли, короче, еще одну зону досмотра. Все нормально. Так. И попали в зону Duty Free. Все, вода прошла, алкашка, все прошло. Саваж и так далее. Вот. Так интересно, так прикольно. Здесь как в Бангкоке. Да-да-да, здесь все как в Бангкоке. Получается. Это уже Duty Free Дубая. Смотрите, как красиво. Дорого и богато. Мы сейчас идем в нашу сторону. У нас выход Б-29 на Бангкок транзит. По сути, еще раз нужно будет пройти досмотр просто через рамку и все. У нас все, ничего не забрали вообще. Хотя мы боялись за воду и за алкашку, которую я честно выпросила у стюардесс. А чечи, смотрите, красивые. Ароматы такие. Супер. Первый раз я в Дубае и сразу в Duty Free. Ой, какая здесь красота вообще, ребята. Супер. Мы сейчас найдем свои места, а потом уже походим. У нас здесь 5 часов. По сути, очень быстро проходит все. То есть раз и все. Зона досмотра и все. Поэтому можно было бы брать маленькую стыковку. Не обязательно большую. Ой, дофига-дофига людей. Ланком. Смотрите, как красиво, да? Смотрите. Вот, тоже коннект. Коннекшн. Да, иду. 17:32. Да, далеко. Очень большой. Получается, аэропорт. Очень большой. Если ты вот не интересовалась, то... То что? Я интересовалась. И что, насколько он большой? Час будет идти. А, час? Просто пешком? Да. Обалдеть. Ну, видите, Вован у нас подготовился. Прикольно. Тизот. Кассио. Том Форд. Диор. О, Диор. Это сумки. А, сумочки. Короче... Ароматы гуляют, супер. О. Так, сейчас дойдем до места, а там уже посмотрим. Здесь полно этих магазинов. Да. La Mer, Estee Lauder, Chanel. Девочки, Chanel. О. Иду, Gucci. Firuccia. Rolex. О. Так, какие прикольные марки. О. Все, иду. Я уже вижу свой Dior. No, Prada. Мне говорят, Prada. Я не продамся. Василек. Лучше всего. Starbucks. Ну, здесь, конечно, цены, наверное, такие прям пиздец. Ой, мы так наели в самолете. Честно, очень хорошо покормят. Очень хорошо. Прям советую. У нас выход Б-29. Это Бангкок. Это Бангкок. Сумочки. Обменник. Есть. Ой, тихо тоже. Чисто посмотреть. Ставьте на паузу. И смотрите. Шоколадочки всякие разные. Конфетки. Да, поистине место, где тратится очень много денег. Это Дубай. Шикардос. Народ полно. Все, давай, обходи. Музыка. Подушечки. Что вижу, то говорю. Такой у нас фаст-обзор Дубая. Сейчас у нас ночь. У нас, получается, ночная пересадка. Ну, как вы видите, народ до хрена. Вон все в кафешке сидят.
отдыхают, машинки. В итоге просто по прямой все шли. Прямо. Макдак. Рок-шоп какой-то, Коста. Вот. Все как обычно. Ну, очень, кстати, большой аэропорт. Он вообще, знаете, он такой длинный, он такой идет. Hard Rock Cafe. Candy Selection какой-то. А, конфетки. Смотри, как красиво сделано вообще. Класс. Супер. Да. А вот тут вот тоже. Блин, мне тут Wi-Fi найти? Ролики вам загрузить? Ой, как здорово, смотрите. Попкорн. Вата делают. Супер. Нутелла. А, это кафе Нутелла. Прикольно. Не думала, что есть конкретно кафе Нутелла. Здорово. А здесь, кстати, уже потише. Там больше людей сзади было. Здесь вот что-то какая-то реконструкция, я так понимаю. Зона отдыха. Места есть. При условии, что здесь очень много людей, места есть. B29 туда? Куда? А, туда, получается. А, вон, получается, B29. Все, нам туда. 29. Ура, все, мы нашли. Все, давай, падай, блин. Все, в Бангкок стелится? Все в Бангкок. Там, а, по-моему, пойдем, да, пойдем поближе. Да. Он спит. А это где? В20, там показ. А, вот здесь вход. Да. Давай. Пойдем. Это на все осталось. А, эконом-класс, да. Что, давай здесь-то, падай. Та-дам! Все. Фух, все. Ну быстро, ну сколько у нас? Минут 20 шли максимум. Угу. Совсем про всем. Можно было бы уже раз-раз и туда. Да ладно. Ой, быстро вообще. Комната. Я думала там, где помолиться, а там оказывается комната для молебен. Я даже не знала. Буду знать. В общем, все прикольно. Здесь, кстати, не жарко. Вот мы так и не переодевались. Вот, в самолете, кстати, было прохладно, так что советую одеваться потеплее. Фух, все, можно походить хоть немножко. Падай ты, падай сам. Ой, все. Так, давай, доставай, Хани. Слышь, кстати, прикольно, Хани. Да? Осталось и вода, и все-все-все. Еще много чего их. А прикольно это вон эти. Наверное, суют. Да, ну, да. Вкусно. А прикольно, кстати, места есть, вот эти, которые можно развалиться, да? Класс. Вон. Вообще здорово. Места вот их мало. Да, их мало, они уже все заняты, да. Жалко. Слушайте-ка, так здорово, я подключилась, короче, к Wi-Fi, скорость 65 на загрузку и 150 на выгрузку. А, как подключиться? Всего лишь подключаете Wi-Fi, включаете, выбираете Free Wi-Fi Дубая. А вот потом, у кого iPhone. Вот этот? Да-да-да, вот этот верхний. О, сейчас покажу. Вот, Free Wi-Fi Дубая. Теперь заходи в этот, что у тебя по умолчанию? Ну, программа. Браузер, да. Заходишь в браузер, все. И он тебя перекидывает. Ну, на айфоне заходишь в Safari. И все. Абсолютно так. Здесь смотришь, вот 29, это Бангкок, да? Да. Да. Спасибо. Рейс. Ну и все. И что? Данные сим-карты. Подключение. Ничего не работает? Странно, у меня подключилось. У меня работает. У меня эти салат подключился. Причем очень хорошая скорость. Короче, как-то так. Не знаю, у меня подключилось. Сейчас девушке тоже не получилось. Сейчас поковыряемся, Вовочка. Во. Нажимаешь Get Online. Это не надо. Это просто реклама. MasterCard. Прочитываю. Он тут сразу. Теле2 нас приветствует. Во-во-во. Get Online. Подожди. Сейчас он загрузится. Так. Дубай Аэропорт. Да, Дубай Аэропорт. Все, он сейчас подгрузится и все. У тебя, ну, видишь, уже появился значок. Полетел. Wi-Fi. Все. Потом готово и все. Скорость очень хорошая. Причем, я так понимаю, загрузки, тут ее все юзают, а выгрузка никому не нужна. А гоняют они тут наверняка 5G. Потому что в Дубае
5G 100%. Ладно, я потихонечку загружаю ролики, а потом пойдем прогуляемся. У нас еще 3 часа с лишним. Короче, мы уже устали. Сидим здесь, ждем. А вот никуда не ходили, уже устала я. Спать хочется очень сильно. А вот, не ходили уже никаким дьюти-фри. Это самое. Это еще приняли, да, у нас отходняк. Мы, короче, решили сейчас закусить. Из России. Смотрите, начисто. Чернышихинский. Вован открывает. Мы сейчас закусим, потому что сейчас опять в самолет, опять бухать, понимаете? Ну, тяжела жизнь блогера, понимаете? Вот постоянно вот эти разъезды. Да, постоянно вот эти разъезды, понимаете? Вот это вот. То, что разъезды, а прям... Знаешь, наливают, заставляют, говорят, да. Вин, бир, там, что, ром, блин, виски, вообще замучили. Джек Дэниелс, да. Прочее, блин. Так и я только похудела, девочки, только похудела. И тут, блин, проблема вообще, капец. Говорит, прям заставляет, будь пить. Да. Ты он говоришь, нет, блин. А мы такие, дайте нам с собой. Она говорит, сам с собой нельзя. Да. Это мусорка. То есть мы сейчас это закусим. Ну, так же, как и ту. Мы уже одну спору. Тата, нет. Зубами расковыриваем. Я не знаю, как. Ой, все, надо проблемы. Вот. У тебя ходить проблема. Ну, как-нибудь, давай. Старайся. Давай, Иван, мы в тебя верим. Открывай нам колбаски. Надо закусить, а то сейчас опять бухать. Этот ролики гружу. Слушайте, перехвалила я что-то дубайский этот Wi-Fi. Что-то первый ролик отлично залетел, а потом совсем капец. Что-то тоже медленно стал. Ну, хотя на самом деле мегафон у меня еще медленнее грузил. Ты на всех хотел устал? Ага. С народу собралось. Да фига. Что такое? Вот, правильно. Отгрызай ее, правильно, молодец. Народу, кстати, реально дофига собралось. Очень много. И все в Дубаи. И все в Дубаи. Поехали. Короче, понимаете, проблема вообще. Мы можем колбасу открыть. Вован отломал язычок, и это просто капец. Он сам отлетел. Я не... Да, блин, да, сам отлетел. Да. Что тут, блин? Эти человек салат, то есть, а мы колбаска. Добываем. Добываем в Дубаях колбаску. Чернышихинскую. Короче, капец, ребят. Мы не можем открыть эту колбасу. Жесть. Ну, на этом история умалчивает. Все. Поехали. Так. Я нашла. Отгрызла. Слабое место нашла. Да. Я ее нашла. Я ее отгрызла. Чтобы Нина осталась без колбасы. Хорошо. Нина Вована через... Извините меня, провела через границу. Да, да, я сам прошел, не надо. Вон, видите, как раздирает лев. Колбаска. Добычу свою. Это моя добыча. Ка. Еще не испортилось. Ну, это мы узнаем уже в Бангкоке. Да. Как-то так. Короче, ребятки, у меня засада. Я же гружу ролики из Дубая. Вот, здесь плюс один. Здесь GTM плюс 0,4. В московское время плюс 0,03. Вот. И я просто вот сижу и вообще в прострации. Чтобы вот ролик вышел, например, в 7 утра, как обычно, да? По местному времени я его должна загрузить, во сколько, в 8 утра получается, да? Вот, а когда я буду, соответственно, в Дубае, в Бангкоке, и ролик, который должен выйти в 7 утра, он у меня должен загрузиться в 11. Короче, у меня тут мозговой штурм уже, кого всех напрягла, и вообще прям мозг взрывается. Если будет первое время катавасия со временем, вы меня дико извините, вот, я вас очень сильно прошу, пожалуйста, напишите, в какое время у вас вышел ролик, вот. И напишите мне, пожалуйста, в Инстаграм. Вот, которые вот ролики вышли, вот эти утренние, да, вот вчера, в какое время они у вас выходили. А изначально я хотела, чтобы они вышли в 7 утра, в 11 утра, в 15 дня и в 19 часов вечера по МСК. Вот.
Но я не знаю, во сколько они вышли. Я их изначально ставила в 8 утра, в 11, в 12, в 16 и в 20. Так как я, когда я буду грузить из Бангкока, я вообще хрен знает. У меня, конечно, глазки уже в кучку, я уже хрен очень плохо вижу. Сейчас загружала ролики, я так дико устала, прям пипец. Вот, и кто может, просто, пожалуйста, напишите мне, вот кто смотрел, когда ролики вышли, во сколько они вышли. Чтобы я просто хотя бы понимала логику Ютуба и вообще этой системы. Вот так вот, так что вот, ребяточки, прошу помочь. Все, ждем посадку. Да, помощь зала. Короче, прошли через автоматическую систему. Там просто вас фотографируют, вы прикладываете билет, и вас пропускают вот в такой зал. Вот, походу, здесь просто как автоматическая система. Вот тут вот. И все очень быстро, все. В общем, никакой бюрократии, все тихо, спокойно. Аэропорт, кстати, очень тихий. Аэропорт Дубай называют одним из самых тихих. Вот, здесь нет объявления, типа там первый вылет вылетел, там второй вылетел, там третий, четвертый. И так далее. Да, рейсы не объявляют. И даже если вы опоздали, где-нибудь там уписались, записались, вас никто искать не будет. То есть это лично ваша проблема. Потому что аэропорт очень большой. Очень много людей отсюда улетает. И, соответственно, очень много транзитных пассажиров. Вот, поэтому как бы вы сами должны следить за собой. Так что вот, такое замечание. В общем, ребят, стараюсь делиться информацией, сколько вот у меня есть. Так что давайте, напишите, в какое время у вас вышли ролики по МСК. Мне интересно именно по МСК. Вот. Ссылочка в описании под видео. Пожалуйста, в Инстаграм напишите или на Дзене. Я там всегда увижу, я постоянно чекаю там комментарии. На Ютубе не всегда получается. Все, ждем вылет.